Сегодня приготовим одно из моих самых быстрых и любимых блюд. Если взять более, точнее, менее жирную сметану, оно даже станет диетическим. Обжариваем на сковородке креветки. Я брала креветки сразу с немного приправы, там чеснок, по-моему, и зелень. Добавляем помидоры и обжариваем все вместе. Следим, чтобы не получилось, как у меня, и у вас все слегка не пригорело. Но было не страшно. Также добавить можно, но это по вкусу, немного томатной пасты. И на вот такой вот терке, если у кого-то нет такой терки, можно попытаться самому нарезать тонко кабачок маленькой соломкой. И это получается такое, как шпагетти. Креветки с помидорами заливаем сливками. Тушим буквально 1-2 минуты. Специи по вкусу. Я добавила немного вегетты, по-моему, называется эта приправа. И в конце добавляем наши кабачки. Все хорошо перемешиваем и также тушим приблизительно 1-2 минуты. Не дольше, иначе кабачки превратятся просто в какую-то кашу, а они у нас должны быть немного хрустящими. Но мне так больше нравится. Очень вкусно. Прям вкусно.